Снежана Снежок. И сегодня я немножечко похвастаюсь, потому что смотрите, какие боксы мне прислали. Это мистери бокс, офигенные сюрпризы. Вы только посмотрите на этот дизайн. Черная матовая коробка с розовыми надписями смотрится просто шик. Так вот, ребят, кому понадобится эта клевая коробочка, все ссылочки будут в описании. А прежде чем мы начнем распаковку, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на мой новый инстаграм. А теперь погнали! Ребята, быстренько приступаем к открытию второго бокса. Второй бокс у меня должен быть канцелярия, поэтому погнали. Так, с этой стороны открывается. Давайте я чуть-чуть приоткрою и покажу вам. Вот сколько там всего, я еще ничего не видела. Вау, смотрите, какая ручка! Моего любимого цвета! Смотрите, там звездочка с переливашками звездочек. Очень крутая ручка! Все, моя любимая, никому не отдам. До свидания. Все, моя. Аккуратненько сложу сюда, чтобы было видно. Давайте я вот так сделаю, чтобы было видно ручку. Вот. Так, не парь. Дальше, смотрите, такие прикольные прищепочки. Сколы, спасибо большое, они очень милые, классные! Смотрите, это такой клей с радугой. Классно! Красиво! Так, давайте я ее аккуратненько открою, если я умею. Крышечка. Красивая. А это у нас идет клей. Смотрите, какой классный клей. Очень красивый. Очень красиво, боже, ребят. Смотрите, это такой пенал с единорожком в виде, как молочка, ребят, смотрите. Давайте я его сейчас быстро открою, я не могу. Я должна это открыть. Все, смотрите, ребят. Давайте вытащим. Смотрите, какая красивая. Какой красивый пенал. Вау. Очень красивый. Тут довольно много места, давайте попробуем эту ручку туда и положить. Нет, эта ручка очень большая для такого пенала. Ее нужно носить с собой в руках и хвастаться. Поэтому она должна пока не посидеть. Не парь. Очень красивый пенал. Я ни у кого, если честно, такое не видела, очень крутой. Так, давайте его тоже положим вот сюда вот. Нет, не падать! Ну, упала. Так, вот, и дальше у нас идет, ребят, такие простые карандаши с специальным держателем. Очень крутые карандаши, держатели разных цветов, синий, зеленый и желтый. Очень крутые карандаши, давайте их положим вот сюда вот. Дальше у нас идут ручки, давайте им покажу. Вот такие вот ручки разных цветов, очень красивого цвета. Очень красивых цветов, фиолетовый, желтый, розовый и синий. Очень красивые цвета, ребят. Мне нравится. Так, мне все нравится. Дальше это у нас... это обложки для тетрадей. Очень... Сколько их штучек? 10 штучек. Так, посмотрите, какие очень красивые наклейки, ребят. Я, если честно, обожаю наклейки. Я их клею на чехол, поэтому... Очень крутые наклейки. Мне очень нравятся. Так, дальше у нас есть такие вот линейки. Давайте их сейчас открою. Красного цвета. Давайте достанем. А еще я хочу показать. Так. Еще хочу показать. Они умеют гнуться. И так каждая линейка умеет. Давайте покажу. И они немножко приклеены. Так, и давайте сразу третью линейку достанем. Также тут есть еще какие-то надписи, вау, взрывы, очень крутые рисунки на линейках. Вот такие вот классные линейки. И такая линейка тоже гнется. Очень крутые линейки, очень прикольного цвета, прикольно то, что они гнутся и не сломаются. А еще прикольно то, что для них есть специальная такая прозрачная сумочка, чтобы они в рюкзаке не потерялись. Так, давайте положим их сюда. И дальше у нас идут
Закладки, ребят, у нас дальше идут закладки. Идут закладки, вот такие вот прикольные. Похоже, вот как сказать, я даже не знаю, как это сказать. Похоже, ребят, на конфетки. Давайте я их открою и покажу. Так. Открываем. Достаем. Давайте покажу одну закладочку. Вот такие вот закладки, ребят, смотрите. С вишенками. Дальше идет с клубничками. С персиками, ребят. И с арбузиками, ребята. Смотрите, очень крутые закладки. Буду пользоваться, потому что они очень няшные, милые. Короче, крутые! Так. Такой вот есть блокнотик, ребят. Очень яркий, очень красивый. Конечно. Яркий, очень красивый. Ну, мне нравится. И смотрите, что у нас идет дальше. Это, ребята, смотрите, что это! Огромный лист вот этих вот наклеечек специально, чтобы делать там закладки, рисовать, писать. Такие штучки, ребят, для заметок. Огромный лист для заметочек. Это круто! Я очень люблю на маленьких бумажках что-то писать и клеить. Это для меня очень прикольно и круто. И как раз вот ручка, чтобы писать. И вот закладочки есть, и клей, может быть, чтобы приклеить. Очень круто! А на этом, ребят, я буду заканчивать. Поэтому ставьте лайки, кому понравились эти боксы. Я бы поставила 1 000 000 лайков, если можно было. Нет, почему сразу 1 000 000? 1 000 000! Вот! Но жалко, так нельзя. Я бы поставила 1 000 000 лайков за эти все боксы. Это очень круто. И ставьте лайки вы, если вам понравились эти боксы. Пишите комментарии. По-моему, мои коты сошли с ума. И пишите комментарии, что вам понравилось больше всего в этих боксах. А на этом все. Всем пока. Всем люблю. Пока-пока.